можно все завершить в основное время. Бросок поворотом, добивание, гол. Владимир Ткачев за 45 секунд выводит «Локомотив» вперед. За 45 секунд до окончания третьего периода. Ничего себе, вот это игра. Казалось бы, что уже вот, ух ты, вот это эмоции, да, от Сергея Светлова. Ну а как? Ну а как еще реагировать? Ну, а Ткачев забивает. Там, смотрите, какая ситуация. Локомотив выиграл вбрасывание. Пошел бросок от синей линии. Шайба попала как раз-таки в Ткачева. И, соответственно, все ее потеряли на какой-то момент из вида. Вот, смотрите, бросок. Она попадает в Ткачева. Он быстро ориентируется и забивает. Вот такая реакция.